2 килограмма синтетики и больше 2 тонн прекурсоров изъяли полицейские Астаны. Нарколабораторию организовал иностранец. Одновременно в Астане Карагандинской области задержаны 7 участников преступной группы, которой руководил 52-летний гражданин Украины, сообщает пресс-служба МВД. Организатору незаконного бизнеса грозит до 15 лет тюрьмы и конфискация имущества. Общий вес изъятых наркотических средств составил 22 килограмма. Это около 100 тысяч разовых доз наркотиков, которые в последующем не дойдут до своего потребителя и будут уничтожены. В отношении задержанных проводится расследование.